Ну, я считаю, чтобы дети больше проводили времени на открытом воздухе со своими сверстниками. Во-первых, нужно как можно меньше давать им возможности пользоваться электронными устройствами, телевизором, больше родителям самим заниматься с детьми, прививать им интерес к окружающему миру, ну и, конечно же, находить какие-то интересные секции или, может быть, занятия, развивать творческое воображение детей, ну, прививать интерес к жизни. Аппетит к жизни. Пример родителей. Если отец приехали купаться, там что делать, проще сам бери и ничего не нужно. Помогать на ребенка воспитывать. Первое воспитание детей от родителей. Наверное, больше давать свободы. Вот в возрасте, наверное, детский сад старшей группы, да, когда ребенок может сам уже гулять, а мама где-нибудь там с окошка наблюдает только из окна, да. Вот, чтобы ребенок почувствовал вот эту свободу и ответственность за себя, тогда, может быть, ему больше будет нравиться время проводить на улице. Вот это очень большая проблема. У меня тоже внук сидит постоянно в этом телефонах, в компьютерах. Очень хочется, чтобы, вот, пожалуйста, меньше давать ему вот эти вот телефоны, вот это все же больше на улицу.